Вестерн на губкинских дорогах. На днях в окрестностях водозабора и дачных участков обнаружены дорожные знаки со следами отверстий, похожих на пулевые. Число испорченных дорожных знаков составило 5 штук. У них повреждено металлическое покрытие. По факту порчи имущества составлено обращение в ГИБДД. Работы по замене взяла на себя подрядная организация. Специалисты управления организации строительства отмечают, что дорожные знаки нередко притягивают внимание злоумышленников. По данному инциденту мы обратились в ГИБДД в наше с заявлением о выявлении данных нарушителей. И та же история у нас произошла неделю назад со знаком у НИК автоцентра, который был сбит не единожды. Вот. И тоже по данному факту мы обратились в ГИБДД с заявлением. Следует отметить, что за порчу дорожного знака предусмотрена ответственность по статье 214 Уголовного кодекса «Вандализм». Согласно данной статье, минимальное наказание за порчу имущества в общественных местах – штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 месяцев. Максимальное – арест на срок до 3 месяцев.